Все эти ребятишки приехали из разных социально-реабилитационных центров республики, куда попали из-за отцовской или материнской халатности. Многие из их родителей вскоре лишатся прав на воспитание ребенка, поэтому закладывать фундамент о жизни без пагубных привычек приходится сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков и Минсоцзащиты Бурятии. Сегодня они узнали об оружии и специальных средствах, которые применяются сотрудниками отряда специального назначения «Гром». После награждения у нас будет экскурсионная программа в кинологический центр Республики Бурятия и также экскурсионная программа в музей ФСБ по Республике Бурятия. Для своих лет эти дети уже многое знают о пагубных привычках и их последствиях. В глазах, кажется, метется. Он как бы синий, он ходит. Эти знают. Глаза заметаются. И он, для него наркотики это как бы рай. Что для него? Рай. Рай? Для нас-то нет. Для нас-то ад. А вообще стоит ли употреблять их? Нет. А почему? Потому что можешь умереть или заболеть, или умереть. Наверное, именно на таких соревнованиях участие гораздо важнее победы, потому как легче предупредить, чем бороться с последствиями неправильного выбора. Баир Цыдыпов, Сергей Костенко, Новости дня.